Утром встретился с губернатором области, теперь с мэром, вот, а тоже, даже тройное, извиняюсь, то сегодня буду участвовать после обеда в натовских учениях, в которых одним из организаторов есть натовский центр по энергетической безопасности, а он как раз находится в Вильнюсе, поэтому я как посол Литвы тоже здесь, вот, и завтра, послезавтра, в рамке Одесса Классик фестиваля начнется этот осенний сезон, и как раз два коллектива, два оркестра с Литвы, да, будут, да, тут веселить одесситов и гостей города. А мы второй раз встречаемся, как раз год тому назад, я как раз год в Украине работаю, одна из первых поездок в прошлом году была в Одессу тоже, сейчас продолжили уже наши разговоры о нашем сотрудничестве, о конкретных реальных проектах в сфере экономики, транспорта, порта Клайпедский, Одесский, ну и вообще Клайпеда с Одессой побратимые города. Другие конкретные проекты и в военной сфере даже, и, ну, это более уже на уровне государств, так как Литва всегда мы очень уделяем большое внимание о том, что мы будем всегда поддерживать и разом до перемоги против агрессии России, это уже аксиома в Литве. Вот так мы тоже проходят ваши ребята реабилитацию в Литве, раненые. Конечно, было бы лучше, чтобы этого не надо было делать, но жизнь такая, что пока надо. Вот. Ну и много других вопросов.